Нормальные на траке и с одной стороны. И колеса нормальные на траке с другой стороны. Все у меня нормально. Все, поехали. Так, мы с вами едем сейчас в город Бойси, штат Айдахо. Что ж у него случилось? Если трак не заводится, я бы мог бы ему помочь. У меня есть кабель, подключил, подпитал бы, но его нету. Видите, дело в том, что здесь очень мало людей, которые могут помочь. В основном все отвечают отказом. Поэтому вот он и не ходит вокруг траков, и не спрашивает, и не просит кого-нибудь помочь. А хотя он компанейский, он позвонил в компанию, все, дальше компания беспокоится. Ему что беспокоиться? Он компани-драйвер. Лёхи спит. Трак не завелся, ну и ладно. Пусть у компании голова болит. Это частник, да. Частник не может так поступить, потому что частнику надо думать, что делать. Так, сейчас я лабук немножечко здесь вот подправлю. Инспекшн отмечу, что я прошел инспекцию. Подписи поставлю. Что все у меня нормально.